Я являюсь руководителем одной из крупнейших электросетевых компаний Краснодарского края. И нашими ближайшими соседями являются коллеги энергетики Республики Абхазия, энергосистему которой на протяжении долгого и самого сложного, наверное, для республики времени возглавлял Резо Платонович Зонтария. И со своими коллегами практически осуществил подвиг и профессиональный, и человеческий в тяжелое время для республики, сохранив и приумножив энергосистему республики, сделав ее более надежной, что крайне важно для развития Республики Абхазия и крайне сложно даже в более простых условиях осуществлять. И, конечно же, я не могу не сказать о строительстве прекраснейшего инженерного объекта Сухумской гидростанции. Ее осуществил Резо Платонович в крайне нужный для республики момент времени в прекрасном, но очень труднодоступном месте. И реализовать такой проект возможно только потрясающему человеку, и можно ничего больше не делать и гордиться результатами своего труда. Но Резо Платонович, я его прекрасно знаю, не собирается останавливаться на достигнутом. Всегда все его мысли, все его дела обращены в будущее, всегда с мыслями о том, как сделать жизнь республики, жизнь людей, которые там живут, прекрасной. Я уверена, что впереди у Резо Платоновича еще много добрых дел для республики, для людей, для земляков. Я желаю ему на этом поприще удачи, сил и много-много времени.